Какие существуют проблемы на данный момент времени? Если говорить про digital design, то, безусловно, их две. Первая часть. У нас произошло некое нивелирование между, скажем так, дизайнами сайтов. У нас произошло нивелирование отличий между дизайном интерфейсов. Дизайны автомобилей стали похожи друг на друга, как одна капля воды. Это тенденция не сегодняшнего дня, это тенденция, которая началась задолго до сегодняшнего дня. 10 лет как минимум она находится на пике своей популярности. Тем не менее, люди, которые пользуются продуктами, которые похожи друг на друга, ну вот, они как бы становятся неудобоваримые для конечного пользователя. Очень часто видишь ситуацию, когда на рынке присутствует определенный популярный сайт, на нем присутствует какая-то определенная аудитория, но как только появляется другой сайт, который отличается, не знаю, там по функционалу или по дизайну от этого, то большая часть народу быстро или медленно перемещается на новый сайт. Удержание аудитории – основная задача любого ресурса. Как то это медийный какой-то ресурс, информационный ресурс или какая-то сервисная платформа. Поэтому задача каким-то образом индивидуализировать этот процесс, да, она стоит очень жестко.